Значит, догонку записываю следующее видео. Вот эта мразь отравительская из квартиры 48 над моей. Константин Федорович Ярош, вот эта вот мразь. У него врезаны заслонки, шахты вентиляционные, в туалете с ванной и в кухне. Вот сейчас в кухне он перекрыл заслонкой вентиляцию мне посредине, между моей квартирой, у него там, посредине квартиры, и вентиляционной шахтой, задвижка такая, как в старых печках. Вот он задвинул ее, закрыл мне вентиляцию. Сейчас, значит, закачивает мне газы сверху, и плюс задувают с улицы эти мрази газы. У меня вентиляции никакой. Вся влажность, все газы, все микробы, которые они, споры, грибков они закачивают, таким образом они повышают мне влажность в квартире, чтобы эти грибки у меня цвели, чтобы я болел, чтобы я отравился и болел. Вот эти мрази, вот эти вот, про которые Гордон Дмитрий рассказывал, какие-то мрази после революции людей убивали. Вот эти вот, вот эта вот мразь такая же, из этого же народа. Такая же мразь, убивающая людей, как Дмитрий Гордон рассказывал. Так он мне перекрыл вентиляцию. Дальше приложу видео про вентиляцию. Как он перекрыл мне и как индикатор вентиляции показывает, что вентиляция закрыта. Видеофиксацию преступления. Ярош, мразь, закрыл мне вентиляцию. Падла. Сверху закачивает газ. И все, что у меня в квартире, все вот испарения, все остаются в квартире. Душат газом, плюс все испарения. Вот, даже можно видеть индикатор газа, воздуха. Идет обратная тяга, он выдувает мне, падла. Угарные газы через вентиляцию и прочие газы. Это мразь, у него заслонка стоит. У него между мною стоит заслонка в этой мрази в 48-й квартире. И вот эта падаль закрывает мне постоянно заслонки и отравляет газом сверху. Вот эта мразь ярошевская в 48-й квартире. Ярош Константин Федорович, мразь вот эта вот.